Ну, блин, я потом пойду к ним, просто у меня есть газ, что я послал для мастера играть в 11. Они могут послать? Ну, если пошлют. Не понял, что за расход? Мегробо. Нет. Блин, у вас 7 минут, вы тварь. Привет! Поговорите со мной, пожалуйста. Кто-нибудь, пожалуйста. Пожалуйста. Нет, никто не обидел. А что ты такой грустный? Пусть я сам невкусный. Детку! А, эту сурель люблю, по-моему. Я тебе предлагала. Подожди. А я не поняла по названию. Стравой тут такой, тут с кем-то остеньким. Я так понимаю, открываю пошире. Расширили. Это просто... У меня папа любит с вином кушать. Где? А, это открылась пачка. Хотите спросить, кто там? Вкусненький. Из мясного. Да. Мама меня любит. Вкусный такой вкусненький сырок был. Мы чуть перестали выпускать. Или вот так быстро разбирать. Какой? Такой же, только тоже прикольный с этими штучками. Ну, больше всего я люблю копченый еще. Косичка. Да. Раз ты видишь трансляцию, буду на руку смотреть. Там все как-то неинтересно сейчас. Да пересмотреть момент затягиваем сильно. А я допрос не принимаю. Вообще-то. Если что. Mm-mm. Не сегодня, никогда. Ты запутанный шарик. Ну, типа, совместный эфир в сети, блядь. А, это аджика. Я не боюсь. Чего мне бояться? Если мне попадется видео с этим звуком, я тебе покажу. Это я понимаю, что для песенка. Я не помню, как она называется, но я поняла, что это песня. Сыр. Как называется? Чечо, наверное, не знаю. Сыр. Нет, это не копченый. Как еще чечел? Чечел, наверное. Копченый потемнее, ты чё? Это тебе там что ли? А? Это тебе там что ли про сыр на это? Спрашивают, что я ем. Ну, если там дальше стоит не контролёр, то да. Ну, ты не знала, что так можно, что ли? Что? Я знала. Что в метро заходишь и типа нажимаешь, типа держишь датчик, то что ты не прошёл. Это не сыр, косичка. Ты мне говоришь или кому, я не понимаю. Блин, возьми просто вот так вот. Зачем? А мы пиво не пьем, вообще-то приличные женщины. Да? Нет.
В смысле, высоко. Да просто лоб большой. Сумка. Нормально растут. Конечно, с таким лобешником. Нет, тут картошку можно жарить. Если ты не заметил дальше контролёров на некоторых станциях, то как бы... Там спокойно могут поймать даже те, кто стоят там. Не знаю, какой IQ. Наверное, пройти тест мне интересно, никогда в жизни не проходил. У меня 134. Ну давайте. Давайте устроим какой-нибудь опросник. Вы мне задаете вопросы, а я отвечаю. И что? Это мой род. День капусты и сыр. Что я изучаю? Сейчас, в данный момент я ничего не изучаю. Люди. Да, как еще раз называется? Чичел, наверное. Чичел. Не знаю, я раньше чичел вам назвал сюда. Чеддер. Чичел. Чичел. Написали чеддер. Чеддер тут другой, по-моему. Что такое чеддер? Чеддер. Нет, ты чё? Ты просто скажи. Сыр. Нет, типа просто сыр тупо. Нет, это не чеддер. Чё там на... Чем занимаешься в свободное время, кроме поедания сыра? Ассорти номер один с укропом. Мы загуглили, нет, это не он. Долголетие. Сыр слоистый чечел. Чечел. Господи, что меня обманывают тут? У меня как бы время, когда я занята, нет. У меня все время свободное пока что. Так, потому что я интеллигентная женщина, поэтому я выгляжу так. Все логично. В каком декрете? У меня просто учеба с октября начинается. О! Тут вернулся чувак, у которого мама там с сыном, ой, с каким-то с молодым мутит. На кого учишься? На... На кого я вообще учусь? Сейчас я сформулирую. А я на архитектора. Начальник отдела кадров. Выйди нахуй из дома, пока они вместе. Потому что я изначально планировала поступать на другую профессию. Чел, иди на крышу. Вот. Скинь фотку, или он, или я. А потом... Прыгай. Поменялись планы. Давай прыгай, к сожалению. Мне пришлось поступить на то, что было. Ну, это, конечно, очень неинтересно. Вот. Но пришлось. Могу. Изи.
Нет, мне не нравится то, на кого я учусь. Ну, ты нравится моей маме? Нет. Это скучно. Но они хорошо зарабатывают. Алло, дают учись. Сидеть в офисе, блядь, это неинтересно. Кончено. Офисный планктон. Ненавижу такие профессии. А тут спрашивают... О, тут те, кто знает, спрашивают, архитектору нравится ее профессия? По-моему, это тебе, походу. Архитектор — это круто. Потому что обязательно типа архитектуры. С архитектурным дипломом возьмут много куда. Такая универсальная профессия, очень, кстати, дельная. Да. Она как бы и творческая, и техническая, и очень, ну, на самом деле, очень крутая. Конечно, это очень сложно. Типа, реально сложно учиться, но... Еще плюс у меня дистанционочка. Класс. Тупо все лекции за полгода расскажут за месяц, а потом тупо практика. И мы такие, а мы ничего не знаем. Серьезно? А, да, как вы будете, блядь, практиковаться, если вы дистанционно? Дистанционно 50% поймешь максимум. У нас ничего нет, ни практики, ни это. Ну, потом уже будет. Ну, сейчас, 1 октября, выйдем и будет. Пиздец. И вы такие все приходите... Ну, я вроде понимаю все, ну, типа... Да, мне 18, ей 17. Я, наверное, из всех одногруппников лучше всех начерк понимаю. У кого? Я? По планам было поступить на театральное. Но... Ты тупая. Нет, не я тупая. Институт наёбский. Надо было... Ну да, скорее я тупая, потому что надо было думать раньше и... подавать документы. Ты тупая. Еще в феврале, в марте. Я руки мою, если что. Просто, типа, я сидела, пальцы облизывала после сыра солёного. Когда пришла. Но! По факту тут говорят, этими ногтями пизду вытирала. Я-то не вытирала. После этого-то я руки мыла. Кстати, хули руки не мыла, блин, когда пришла. Своё метро все облизала. Руки пошла мыть. Пошла руки мыть. С телефоном? Можешь оставить меня. Дед, я пойду с эфиром. Я не показываю себя. О, господи, показываю. А, Лиза, ты там не говори, там не что? А. Страшно. Тут Ника? Ника тут? Я еще писать хочу. На, Витя. Я пойду писать. А, точно. Салам алейкум. Алейкум ассалам. А я тут это. У меня шаровары крутые. Она писать пошла. Ой. Спулился. Блять. Упс. Упс. А что у нас завтра? О, у нас завтра суббота! Я завтра не учусь. Ну, слушай, она хотя бы на кого-то сейчас учится. Это как бы хотя бы какой-то диплом иметь, это уже какое-то начало. А потом может переучиться на кого угодно. У меня, кстати, крыски есть. Хима, привет. 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 Ой, боже мой. Тё, здорово. Ты какие лапки. Привет. А шо, мы все мы люди, все мы кушаем. Алло, какая разница. А чё, у тебя сопельки, шо ли? Ты шо? У меня сопельки. У тебя сопельки, малыш. Ты сопельки. У меня есть крыска. Толстенькая крышка. Чукук. Ее зовут Сима, если шо. Это Сима. Сима, привет. Очко. Блин, давай, вали.
Это слюнька. Слюнька. Фига ты быстрая. Утё, привет. 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 Опа, попався. За что она не белая, она сиамская? Она кахевая. Давай беги. Обосрали мне тут все. Это что? Это ваше. Забери. Иди сюда. Хоть-хоть. Крышки. Привет, крышки. Я считаю, крышки-то я выгляжу как чмо. Примерно. Как может выглядеть человека, который учится на архитектора? Блин, Сима, тихо. Как может выглядеть человек, который учится на архитектора? Алло. Привет. Как я выгляжу, это секрет. Но у меня шаровары классные. Ой, спасибо, мне приятно. Еще вместе Фродита. Сима. У меня голос застуженного человека. Вселенной. А, ой, сэран. Я это не шарю в этих айфонах десятых, потому что это я это фигня какая-то такая вижу. А куда это мы? А чё, это мы далеко собрались? Слюнька, блин. Домой не хочешь? Не хочешь домой? Иди сюда. Пойдешь со мной гулять. Чё? Ой, я, кстати, тут зрители Лизи набрала в два раза. Привет. Крысиные сосочки. Вот вам контент. Крысиные сосочки. Привет. Сиськи крысиные. Ой, там мой срачный стол. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Здравствуйте. Здравствуйте. Колготки. А что тебе? Повеситься на них надо? Занято. Потрясающе. Делаю контент. Где мои тапочки? Фетиш на колготке. Кто кого? Сочувствую тебе, чел. Сразу видно, кто из вас сейчас без парня. А зачем он нужен? Я на архитектора учусь. Алло. Ти-ти-ти-ти-ти. Покажи пятки. Крысиные? Крысиные могу. Где мои тапочки? Крыса. А далеко собрались? А где у меня все? Так, так, блядь. И как мне их доставать оттуда? Пять, шесть клеток. У меня одна клетка, алло. Крыски — это мои любимые животные, питомцы вообще. Они крутые. Крыски лучше людей. Да блин, как мне их достать? Ком сюды. Бесит? Ты меня бесишь такими этими тут предложениями. Не знаю, как говорить по-русски. Я знаю все языки, кроме русского. Шпрехи по-немецки. По-немецки я understand. Understand. Щенка. Далеко собралась? В пипиську пошла? Угу, прикольно. Все туда хотят. От пяточки, пяточки, пяточки. Давай показывать пяточки. Блядь, слюнька. Да ну тебя такая активная. Красивые пяточки. Да, блин, куда? Далеко? А что это такое? Опа, опа, опа. А что это такое? Вас создаст. Спали его имя. А что это такое? А, о, это фитнес. Договор фитнес. Это
Да, блин. Опа, крыса. Вы гиперактивные создания. Вообще. Ой, я что-то сломал. Ладно. Чего она так долго ссыт? А, ой. Хаос, Данка. Подруга говорила, что пиво не пьете, может, я считаю.